Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Большая трагедия произошла в культурной сфере. Сегодня, 14 ноября, стало известно, что этот мир покинул известный артист Владимир Казанцев. Земное пребывание звезды оборвало тяжелое заболевание. Последнее время Казанцев лечился от затяжной пневмонии. С высокой долей вероятности, эта болезнь стала последствием инфицирования COVID-19. На момент смерти любимцу публики было 54 года. Костлявая с косой настигла Владимира в родном Новосибирске. Для этого города смерть Казанцева стала большой трагедией. Многие местные жители с радостью наблюдали за игрой артиста на театральной сцене. О печальном событии рассказали представители Новосибирского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Там выразили глубочайшее соболезнование родственникам выдающегося артиста. Больше всего Владимир запомнился новосибирцам в роли знаменитого городовичка, символа города. Казанцев по-настоящему вживался в свои роли и всегда был очень убедителен на сцене, за что его особенно ценили коллеги и зрители. Ныне покойный артист отдал театру 23 года своей жизни. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.